Значит, сегодня занятие немножечко будет отличаться от того, как мы с вами их делаем постоянно одно за другим в течение первого и тут уже второго семестра. Я как бы прочитаю лекцию о том, что вас будет ожидать в следующих семестрах, в следующем году. К большому сожалению, конечно, вы будете не у меня, вы будете у другого преподавателя, но у нас абсолютно одинаковая программа, поэтому у нас идет, естественно, совершенно одинаковый учебный процесс. И поэтому то, что все, что я вам сейчас скажу и покажу на доске, вы, в общем-то, вы будете все равно проходить в следующем году. Вот сейчас просто я вам делаю как бы пропозицию на будущее. У меня есть еще один такой как бы интерес. Дело в том, что у нас все преподаватели занимаются в том числе, естественно, научно-исследовательской работой, ну, как и полагается преподавателям. Вот, каждый, как говорится, в своей области. Я занимаюсь исследовательской работой в области искусства шрифта. Вот мы с вами пользуемся моей первой книжкой, которую все, естественно, у нас имеют, и которой мы постоянно пользуемся. И сейчас я готовлю к печати сразу две следующие книги из этой серии. И вот одна из этих книг будет посвящена исторической каллиграфии. Дело заключается в том, что поскольку мы сейчас с вами писали шрифты, чертили, вернее, шрифты антиквенные, ренессансную антику, новую антику, сейчас вот мы с вами чертим гротеск, потом будем брусок. Это все уже полиграфические шрифты, начиная с начала 16 века и кончая 19 и 20 веками. Вот. Ну, понятно, что предыстория шрифта – это предыстория не полиграфического, потому что полиграфия появляется только в 15 веке, а это история обычного и каллиграфического письма. Причем, если вот нас еще когда... Я еще застал те благословенные времена, когда нас учили писать перьями, обычными чернилами, в обычных тетрадках косую линеечку. Вы, к сожалению, уже не застали эти благословенные времена, вы пишете изначально шариковыми ручками, и поэтому вам приходится как бы возвращаться назад к историческим инструментам. Дело в том, что еще со времен Древней Греции, а может быть даже и Древнего Египта, люди писали не остроконечные перья, как нас когда-то учили, ну, это перья звездочки, которыми вы пользуетесь, когда рисуете натюрморты на графике тушью, а писали ширококонечными перьями. То есть перьями, заточенными на широкий конец, а не на узкий конец. Причем где-то до 5-6 века нашей эры, начиная где-то, ну вот если считать только с архаической Греции, это значит в течение практически тысячелетия, писали тростниковыми перьями. Ну, наш тростник, который растет в Петергофе, там и в пригородах Санкт-Петербурга, не самый лучший, но им тоже можно писать, у нас студенты прекрасные пишут. Кстати, вот вы будете в будущем году учиться резать, затачивать эти самые тростинки. Мы, правда, сейчас в основном пишем, конечно, металлическими перьями. А где-то с 5-6 веков нашей эры перешли на птичьи перья. Ну, у меня это перо для красоты, во всей своей бородатой красе, как я пишу в книжке. Вот на самом деле брали более крупные перья, ну просто вот у меня перья маленькие, обычно берут большие маховые перья дикого лучше всего гуся, но можно и гуся домашнего. Значит, у кого есть связи в области охотничьего дела или же хотя бы разведения домашней птицы, заказывайте гусиные перья. Можно обычно можно хорошо писать и гусиными домашними перьями, тем более что эти перья просто во время линьки животное теряет, поэтому на здоровье гуся это никак не отражается, потеря этих перьев. Повторяю, значит, уже с 16 века начинают использовать металлические перья. Ну вот это вот перья, аналоги того, как мы писали, когда еще не было шрифтовых перьев, которые сейчас пользуются, которыми мы пользуемся с нашими студентами. Мы пишем вот такими перьями широконечными. Кстати, можете сразу же записать, это вам очень полезно на будущее, потому что эти перья, к сожалению, у нас всегда рынок лихорадит. То есть сначала эти перья есть, потом их нет. И для того, чтобы, значит, вы не пролетели тогда, когда начнется уже сам процесс, я про них говорю, значит, повторю еще раз. Нам нужны перья со срезом плоским в 3 мм и в 1,5 мм.
Значит, повторяю, вся история до полиграфического развития шрифтового искусства во времен Греции, ну, в основном мы занимаемся историей с начала нашей эры, то есть это Древний Рим, раннее, среднее средневековье, зрелое и Ренессанс. Значит, мы будем пользоваться широконечным пером, поскольку на доске, естественно, я не могу писать пером, я буду писать широконечным мелом. Буду имитировать мел. Естественно, у нас, и тем более в России, лучше всего мы начинаем, естественно, с древнерусского письма, а не западноевропейского. Ну, потому что все-таки как бы существует аура страны, существует аура народа, существует какая-то генная память. И русскому человеку все-таки лучше всего учиться сначала писать нашими родными русскими шрифтами, а потом уже изучать западноевропейские. Ну вот первый почерк, это то, что я сейчас говорю, очень подробно изложено в книжке, которую мы сейчас готовим с одним из издательств в печати. Книжка называется, вообще у меня оригинально она называется «Каллиграфическая история Руси и Западной Европы», хотя издательство настаивает на том, чтобы под заголовок «Письмо широконечным пером» стало основным. Но «Письмо широконечным пером» как-то все-таки это все казенно очень, а вот «Каллиграфическая история Руси и Западной Европы», по-моему, это гораздо интереснее. Это вот один из эскизов мус-титулов для этой книжки. Это как раз письмо Древней Руси и Московии. То, с чем мы сейчас, собственно говоря, с вами и начнем. Значит, ну, для этой книжки на каждый проходимый шрифт, а их там 26, я написал по стихотворению. И мои ученицы, правда, не из этого, из другого, более старшие просто, написали эти стихотворения широконечными перьями как раз вот по моим прописям. Значит, первый почерк, который мы изучаем и будем с вами изучать, это старый ранний устав. Вот устав, в принципе, слово на древнерусском оно обозначает граница, предел. Значит, перо, к сожалению, придется, ну, вы будете писать в будущем году, это все уже почувствуете на своей шкуре, грубо говоря. Перо держится сначала под одним углом, раз, а потом под углом плашмя. Видите, не пишет, ничего страшного. Потом делаются какие-то короткие засечки. Значит, это устав. Буква «Б» будет писаться. Здесь делается такой треугольничек. И вот здесь вот с самого начала перо приходится поворачивать. Видите, я начал с такого угла и перешел на ноль. Это вот сложность. Вот вообще, в принципе, этот почерк писался достаточно медленно. Например, астронировые Евангелие переписывали где-то 1,5 страницы в день всего лишь. И все это длилось где-то 7-8 месяцев. Ну, четверо Евангелия астронировали. Это вот почерк астронировые Евангелия. Вот, и, значит, буква В. Я везде буду писать, ну, первые буквы алфавита, чтобы, естественно, не весь алфавит. Значит, буква. Здесь быстро нужно повернуть перо. И низ. Собственно говоря, представляете себе то же самое. Значит, это у нас устав. Вот в таком виде устав просуществовал 11-12 века, начало 13-го, в начале 13-го началось стихотворение. И где-то с конца 13 века устав, как видите, чуть-чуть изменился. Вот, для сравнения. Сейчас я, значит, естественно, покажу. Вот это старый устав, это новый устав. Некоторые буквы изменились. Ну вот сразу же, что-то для сравнения. Вы видите, есть буква симметричная, треугольник. Она стала несимметричной. И немножко ее стали писать вот два приема, вот так. И под маленьким углом или же вертикально. То есть видите, разница. И причем можно написать и так, но чаще всего его писали как бы два приема вот так вот. Раз, два. Дальше. Изменилось. Я даже буду не букву Б писать, а букву В. А вот здесь вообще вот так вот. Видите, я беру немножечко плашмя. Вот сюда, видите, она узкая получается. Вот эта штука узкая.
и светская. Вот так буква будет выглядеть. Видите разницу? Вот. А, Б, В. Вот. Буква Д очень интересная. Она может быть выглядеть вот так вот. Здесь также треугольничек. И здесь треугольничек. Я вынужден писать немножечко не так, как мы бы писали пером, потому что перо эластичное, там в нем есть расщеп, который позволяет нажим. Ну, на следующем году, когда мы будем реально с вами писать, я покажу, или сосед Анатолий вам покажет, как ее можно написать. Господи, нет, это ужас какой-то. Ну, бывает. Выключи момент, Александр, пожалуйста. Значит, дальше. Здесь интересная очень есть буква Е, очень красивая. Значит, в этом почерке буква Е выглядит вот так. Очень узенькая. Причем интересно. Значит, опять же, здесь у меня, к сожалению, девочка сделала не совсем точно, потому что есть разные варианты. Буква Е может писаться так. Для начинающих обычно ее пишут вот так. Более просто, упрощенно. Ну, так проще, как вы видите. Но на самом деле она вот такая. Причем интересно, в строчке все овальные буквы, такие как S, такие как E, такие как R, они очень узенькие. То есть все буквы разные. То есть эти вот такие вот буквы широкие, нормально, как современные. И безумно узенькие. Получается так очень интересная орнаментальная строка. Вот в этом шрифте, в новом уставе, есть такая интересная буква Е. Она бывает в начале слов. Видите? По-другому выглядит. То есть что-то изменилось. Изменились вкусы, изменился взгляд. И буквы стали чуть-чуть быстрее писаться и менее симметрично. Значит, вот этот вот устав просуществовал где-то до начала 15 века. В начале 15 века, вернее, в конце 14 века, в связи с подъемом Руси, ну, помните же, время Куликовской битвы, это время Сергия Радонежского. Кстати, сейчас мы скоро будем праздновать 700-летие Сергия Радонежского. Вот, начинается, собственно говоря, история, собственно, уже не Руси, а России. И в это время огромное количество книг переписывается. Множество наших монахов, а мы в основном переписчиками, естественно, были монахи, живет на Афоне, живет в Константинополе, живет в южнославянских странах, пока их еще не захватили турки. И, повторяю, переписывается огромное количество книг. И для того, чтобы быстрее шел процесс переписывания книг, был изобретен сначала у южнославян, потом у нас, так называемый полуустав. Вот посмотрите, насколько быстрее он будет писаться. Чувствуете, что делается? Насколько это быстрее? Он, может быть, он где-то менее красив, чем устав, но зато это чуть не в разы быстрее. Вот, тем не менее, вот именно этот почерк, кстати, послужил основой для наборных уже шрифтов во времена Ивана Федорова. Вот, посмотрите, вот это очень интересная вещь. Сзади. Вот это, начинаем мы с вами с антиквы, начинаем, вернее, мы с вами с элементов буквы и строки, ну, помните, я тут что-то таблицу приносил, мы что-то в этом обсуждали. А вот это как бы завершение, это третий курс, первый семестр, значит, несколько лет назад мы с нашими третьекурсниками предприняли такую исследовательскую работу. Вот вы видите, значит, эта книжка, ну, есть минуточка, набрана цветопередача, как обычно бывает, печать, но на самом деле просто коричневая. Это книжка, которая была издана во Львове в 1614 году, и ну, вот так сложилось. Мне мой студент
На несколько дней ее принес, я смог ее положить на сканер. Книжку 1614 года. У него дедушка старообрядец, миссионер. Ну, он посылал, естественно, никого, это понятно, что никто не знал, откуда чего. Значит, мы поставили задачу перед... Как раз было 6 девочек, здесь 6 шрифтов. Ну, вот здесь они приведены, собственно говоря. Вот эти шрифты. Значит, эта книжка связана с именем знаменитого украинского печатника начала 17 века Памбо Берынде. Был такой человек. Значит, вот это одна из первых его как бы известных работ. Где слово о священстве святого Василия Великого и святого Иоанна Златоуста. Значит, взяты качество печати, конечно, если присмотреться, там, по нашим понятиям, конечно, аховое. Ну, потому что это не офсетная печать, как вы понимаете, это начало 17 века, там все растиснуто. Бумага, правда, там хорошая, все хорошо, но, конечно, просто процесс печати резко отличался от современного, со всеми вытекающими последствиями. Вот. И тем не менее, вот наши девочки, значит, провели исследование и восстановили. То есть это вот вы видите уже от иллюстратора. Это еще не фонд-лаб, ну как бы это вот сейчас мы этим занимаемся. То есть это вот как он был, как он стал. Вот, то есть это вот такая вот работа, которую, естественно, девочки смогли провести только лишь потому, что мы с вами. Там нужно уметь писать, чтобы понять, догадаться, как это было нарисовано, потому что первопечатные все книжки, они скрупулезнейшим образом копировали рукописный оригинал, естественно. И поэтому, чтобы правильно нарисовать букву, надо знать, в принципе, как она писалась. То есть, если бы они не умели писать, ну, в принципе, эта задача была бы, ну, была бы от фонаря, от себятина. И только вот благодаря тем, что мы занимались каллиграфией, мы смогли решить такой вопрос. Кстати, это хорошо очень прозвучало. В 2008 году наши девочки заняли первое место на всероссийском конкурсе студенческих шрифтовых работ, посвященных 300-летию русского гражданского шрифта. Получали диплом первой степени. Это сам конкурс. Значит, дальше. Книги. Вот обратите внимание, значит, это уже заглавные буквы. Заглавные буквы появляются. Первоначально все эти шрифты были только маюскульные, то есть здесь были только заглавные буквы. Вот, но поздних книг Ивана Федорова, а это Острожская Библия 1581 года, появляются уже как бы заглавные буквы. Вот, заглавные буквы. В принципе, они немножко напоминают следующий вид древнерусского письма, который называется вязь. Значит, это очень интересная вещь. И вязью обычно оформляли только первую строчку в книжках. Или же ее используют на покровцах, на воздухах, на барабанах церквей, на колоколах особенно. Значит, вот как это выглядит. Значит, это как бы настоящая вязь. Я взял за основу своих прописей, которые включены в книжку, вязь времен Ивана Федорова, Анисия Бородишевского, то есть где-то конец 16-го, начало 17 века. Значит, в принципе, вязь конструктивно представляет из себя... Сейчас я опять вынужден буду стереть, потому что она очень высокая. Это сильно вытянутые и декоративизированные буквы устава. Значит, я не буду сложную вязь, я возьму упрощенную вязь, которую, значит, я студентам даю. Кстати, обратите внимание, значит, когда вы будете писать перьями, ни в коем случае не ведите прямые линии кистью. Все прямые линии ведутся предплечьем или вообще целой рукой, если это гигантская. То есть, ну, вы же понимаете, что длинную линию в несколько сантиметров невозможно просто так провести, не получится ничего. То есть это можно провести линию, ну, там, полтора сантиметра максимум. То есть обязательно всегда ведите вот так вот линию. То есть как бы вот железной рукой целиком. Значит, здесь делается такой же треугольничек. Здесь обычно делается декоративный гель. Вот, для упрощения, чтобы не делать этих самых треугольничков, и чтобы можно было писать быстрее, я предлагаю их заменять
принципе, это не мое предложение. Такие декоративизированные, модернизированные формы вязи появляются в наших книгах еще в конце 19 века, как вы понимаете. Значит, я делаю это вот так вот. То есть, значит, если это будет с этой стороны, то это будет вот так вот пером. А если с этой стороны, я перо разворачиваю. И будет то же самое вот так. Значит, вот у нас А. Так. Дальше Б. И очень красивая буква Е. Извольте заметить, вспоминайте, я вам показывал упрощенную букву старинной вязи. Это из старинного устава. Вот она. Ну, чувствуете, что это вот она. Ну, то же самое практически. Просто декоративизировано и безумно задлинено. Ну, это основные буквы вязи. Сейчас я не буду останавливаться на том, чем, собственно говоря, вязь интересна. Это нужно, когда вы будете проходить в будущем году. То есть там обычно первая строка, она вся заплетена как орнамент. Там одни буквы маленькие, другие большие. Очень часто буквы сливаются в лигатуру. Единое. Ну, например, вот АВ может быть вот так. Причем чаще всего так и делается. Вот вам лигатура АВ. Ну, это называется мачтовая лигатура. То есть, видите, мачта, и на нее навешаны две буквы. Вот, очень часто вот, в дырке, которая между буквами образуется, всегда может быть вставлена, например, буква О, вот такая маленькая. Вот таким образом получается, почему слово «вязь». Вот, и последний древнерусский почерк, который существовал, это так называемая скоропись. Есть такая очень хорошая книжка, изданная в конце 90-х годов Ириной Птаховой. Так, как всегда, естественно, куда-то посеял. Называется «Простая красота буквы». Она у нас, естественно, есть. У меня в списке литературы книжки она есть. Она, естественно, у нас есть в библиотеке. Вот. Ирина Птахова повествует о русской скорописи 17 века, а скорость у нас появляется в 15-м, развивается в 16-м и достигает высоты, совершенно невообразимой высоты, в 17 веке. Значит, это вот вязь настоящая книжная, это вязь та, которую я только что показывал, упрощенная, модернизированная, так называемая. Я всегда смеюсь, что она очень удобна для того, чтобы писать объявление в церкви, где-нибудь работать оформителем в церкви. Там очень часто, если придешь, ну, часто в основном на компьютере набирают, а раньше всегда писали, причем и вязь. Ну, только без... Видите, вот, собственно говоря, вязь, вот, вот какие-то элементы вязи, когда завязывается строчка. Значит, это вот эта скоропись. Ирина Птахова говорит, что, вероятно, есть такое впечатление, что все чувство национальной самобытности и свободы вот у нас в 17 веке было сосредоточено именно в шрифте, в скорописи. Там просто фантастически совершенно бывают произведения. Причем выпускались целые, значит, пособия, гравюированные, писанные и так далее. То есть фантастической совершенно красоты, сложности и декоративности. Вот. А вообще, в принципе, когда нам говорят о том, что 17 век, 4 век симфонии бывает русского, значит, царской власти и церковной власти, это относится только ко времени Михаила Федоровича и патриарха Филарета, который просто был его папой. Вот тогда и действительно было какое-то симбиоз. А вообще это век называют бунташный век, там же сплошные бунты были. В 17 веке, так что никакой симфонии как таковой потом уже не было, естественно. Значит, это вот как бы последний почерк древнерусский. Случилось так, что Петр Алексеевич Великий провел шрифтовую революцию, как мы ее называем, в отдельно взятой стране, и
резко, то есть вот как вы видите, еще раз, извините, возвращаю. Видите, здесь уже четкая дифференциация прописных букв и букв строчных. Значит, сейчас вот я немножко для этого нужно взять перышко поменьше, естественно. Вот, и значит, смотрите. Ну, иногда вот делать такую штуку. Что вот это такое за буква А? А посмотрите. Это быстро написанная строчная буква. Ну, а когда ее писать быстро, она превращается, ну, чувствуете, чуть ли современную каллиграфическую букву получается. Чаще всего строчную писали вот так. Это вот последствия того, что огромное количество людей еще в 14-15 веке, а этот почерк формируется в 15 веке, это грецицизм. То есть это, как говоря, греческая же альфа идет. Более того, у нас буква R, например, она может быть не вот такая, вот как, ну, русская, а очень часто ее писали вот так, вот как РО, древнегреческую. Значит, буква Б большая. Узнаете быстро написанную букву нового устава? То есть все это как бы или полуустава. Просто быстро написанная. А вот буква строчная может быть уже просто современная. На основании этого при естественном развитии письма и шрифта у нас, видимо, где-то в 18 веке сложился уже нормальный свой самобытный шрифт с строчными и прописными. Но Петр Алексеевич, естественно, всегда бежал впереди паровоза. И в 1707-10 годах он самолично взял все в свои руки, выступил в качестве дизайнера шрифта, то есть он делал эскизы Петровского гражданского шрифта, так называемого. Полковник Кульвенбах это рисовал. В Голландии были напечатаны оригиналы и три типа размера, которые, собственно говоря, которыми все светские книжки печатались до 1737 года, когда в типографии Академии наук впервые появился, уже был нарезан новый шрифт уже после Петровского. Значит, это скоропись. Значит, на этом как бы кончается, собственно говоря, самопытная история древнерусской письменности. Эта история как бы немножко застыла в застывших формах до сих пор даже. Иногда употребляется старообрядцами, потому что, ну, это единственный, как бы, пласт нашей культуры до сих пор. Они иногда для своих детей, там, и так далее, сами пишут книжки, вот, ну, как бы, чтобы, несмотря на то, что у нас анафема снята, как бы, наша церковь сделала, как бы, протянула руку, но старообрядцы не очень торопятся эту руку крепко пожать, считая, что мы все-таки, как бы, вот, не коняне, отступники. Значит, дальше мы переходим к истории западноевропейской письменности. Западноевропейская письменность, значит, мы резко как бы падаем 8 веков обратно, потому что этот же почерк появляется в 1-2 веках нашей эры. Вот. И то, что он русский, ну это, собственно говоря, это компьютерное время порождает виртуальную реальность. И уже давно, кажется, у шрифтовиков. Ну интересно, а вот если бы вот была кириллическая рустика, допустим, вот если бы были древнегреческие шрифты, кириллические, как бы они выглядели? Ну почему бы и нет? Это так называется кириллическая адаптация. В конце концов мы пользуемся западноевропейскими наборными шрифтами и адаптируем их под кириллицу. Ну практически то же самое вообще. Значит, этот первый почерк называется рустика. Деревенский, упрощенный. Вот дело заключается в том, что если кто-нибудь был в Риме, я обычно тебя спрашиваю, кто был в Риме. Значит, если кто-нибудь будет в Риме, обязательно посмотрите форум императора Трояна, ее всегда показывают туристам. И на форуме императора Трояна стоит колонна Трояна, где на базе самая знаменитая надпись всех времен народа. Он, в принципе, первая надпись где-то порядка 180 сантиметров всего лишь. Буквы там небольшие, там буквы буквально от 12 до 8 сантиметров высотой. Вот, но знаменитый шрифтовой мастер
Западной Европы и мира Герман Цапф. Даже значит, в своих мемуарах пишет, как он однажды в 50-м году, 1950-м, с линейкой, там циркуль и так далее, попытался залезть на эту самую колонну, и его оттуда чуть не с позором снимали местные полицейские, и решили, что он хочет испортить великий памятник. Вот. Ну и едва он объяснил, что он в это время для фирмы Linotype делает шрифт антиквы, и хотел просто вот вдохновиться и померить этот шрифт вот один к одному. Значит, в рустике есть, в рустике, как всегда, пользуется шумный успех у наших студентов, потому что она достаточно простая в написании. Но в последнее время, и Анастасия Анатольевича тоже на это обратил внимание, короче говоря, пользуемся все-таки пособиями английскими и американскими, ну, изначально, прежде чем все-таки реализовать. И те, и другие очень серьезно обращают внимание на один элемент, который осложняет рустику. А именно... Так, значит, начинаем почти с нуля, и вот, вот этот элемент. То есть основные стволы, букв, вот эти, они расширяются внизу. То есть это не просто вот так введение, а ее еще нужно вести перо и при этом поворачивать по момент введения. Вот в этом сложность. Ну, для того, чтобы научиться, вы всего лишь просто должны там пару строчек написать, этих палочек, и научитесь. Ну, Петр Петрович Чубейский, который много раз вспоминал, значит, наш главный каллиграф страны, значит, он говорит, что если 60 раз какую-то букву вы написали, считайте, что вы научились ее писать. Наш опыт показывает просто то же самое, только я заставляю бедных студентов, ну, вам попроще, вас будет Анастасия только по-другому немножечко учить, написать каждую букву, например, устава целую страницу. Это приблизительно получается от 60 до 100, ну, до 100 букв. Значит, вот. Это вот основное движение. Теперь если писать букву В, тогда уже букву Б, она будет выглядеть вот так. Вот, а буква А будет выглядеть проще. И буква С. Ну, теперь я пишу все-таки по латыни, хотя там вы видите кириллицу. Ну, буква Д. Опять поворачиваем. Вот, ну я здесь написал все эти буквы в одной величины, хотя буква Б вообще канонически полагается писать где-то на перо 2 выше. Ну, просто чтобы для наглядности. Значит, это вот так называемый капиталис рустика. Повторяю, деревенский, упрощенный в переводе. Хотя почерк используется для очень шикарных совершенно книг, написанных на пергамене, да, дошло мало книг, но кое-что дошло. В основном это Вергилий. Вот. Современные художники изобрели строчные буквы. Пожалуйста, каждый раз напоминаю, не путайте термины. То есть строчные – это значит маленькие буквы, а прописные – это значит не написанные пером, а прописные – это заглавные буквы. Вот современные художники изобрели строчные буквы. То есть на самом деле их физически не было. Это новодел, ну, как бы изобретение 20 века. Ну, их можно сейчас как бы не писать, потому что это подрывает само название научной капиталис рустика. Вот следующий почерк очень сложный. Сложный потому, что нужно очень часто поворачивать перо. Значит, это так называемый капиталис квадрата. Ну, опять повторю. Капиталис это, значит, от слова капут, голова. Значит... Здесь, значит, уголком пера, ну, если мне приходится рисовать. Этот шрифт очень красивый, очень медленный, очень торжественный. Дошло всего два памятника. Вот, ну, вот бывают же такие вещи. Один хранится в Ватикане, так называемый кодекс Ватиканец, там номер 3000 там какой-то. А второй в монастыре Святого Гелла над озером Констанца в Швейцарии, там монастырь Святого Гелла. Что самое интересное, что Святой Гелл – это ирландец. То есть это ирландский отшельник, поселившийся в 7 веке и прославившийся своими подвигами, и вот его имя названо монастырь. Значит, Б. Вот здесь опять сложность. Смотрите, значит, поворачиваю перо. Немножечко плохо его повернул, но ничего страшного. То есть здесь перо нужно вот так вот повернуть.
из-за этого овал получается как бы подпрыгнувший чуть-чуть. То есть максимальная толщина, ну, на самом деле даже вот так, максимальная толщина получается вот здесь, вот так. То есть не посередине, а чуть-чуть как бы подпрыгнувший. Буква С. Вот здесь вот я не могу сделать то, что я мог бы сделать пером. Пером там вы нажимаете на левую щечку пера, и у вас перо почти сразу вам как бы нарисует этот клюв, так называемый. Здесь я не могу это сделать пером. Ну, не то перо, к сожалению. Ну, когда будете писать, поймете. Значит, это как называем капиталист квадрат. Ну, квадрат я уже, и так понятно, потому что буквы в основном как бы вписываются в квадрат. Почему и название шрифта квадрата. Значит, это оба, и вот рустика, который он показал, вариант, и вот это шрифты 4-5 веков. Рустика появилась раньше. Аналогов квадрата раньше, ну, вот до нас не дошло. То есть 4-5 век раньше как бы нет аналогов. То есть он похож на монументальный шрифт, который на колонии императора Трояна. Именно по сравнению с этим шрифтом колонны Трояна и называют деревенски упрощенный рустик. Вот квадрата гораздо более приземистая, нежели шрифт, так называемый капитальский монументальный. Где-то в районе 3-4 веков, значит, квадраты и рустика писали только языческие тексты. Чаще всего это был Вергилий, почему-то. Вот до нас дошел Вергилий чаще всего. А начиная с 4-5 веков, ну, с тем, что христианство стало разрешенной, даже более того, господствующей религией на территории Римской империи, начинают писаться активно тексты религиозные, христианские. И вот первым, собственно, христианским почерком является так называемый унциал. Значит, название унциала обычно восходит к блаженному Иерониму. Блаженный Иероним, значит, это церковный западный деятель, который в 4 веке переводит Библию на латинский язык. Здесь у меня уже вульгарный, когда-то прослыла латынь. Дело заключается в том, что если в Средневековье латынь – это международный язык ученых, международный язык культуры, то в древности международным языком был греческий, а вульгарный – по латыни. Поэтому Библия, переведенная блаженным Иеронимом, ее называют вульгата, то есть простонародная Библия. Ну, то есть все изменилось. То есть все образованные люди обязаны были греческие. Вот. А в Средневековье, значит, место греческого заняло латынь классическое. Значит, почерк унциал очень простой. Чувствуете, буква начинает строчку напоминать. То есть, вы вот помните, там все буквы заглавные, четко совершенно. Здесь буква начинает, кстати, наш устав, это так называемый греческий поздний литургический унциал. Ну, чувствуете, что буква похожа на уставную нашу? А вот дальше нет. Обратите внимание, в одном движении пишется. Почему здесь она чуть-чуть закругленная получается. И чуть-чуть вниз идет. Перо держится под углом где-то на 30 градусов и, в общем-то, не крутится. Ну, например, единственная вот буква П, причем буква П очень странная. Значит, она идет немножко под строчку, сначала вы ведете нормально, а потом перо немножко поворачиваете, будет такой хлыст получается. То есть вот так перо нужно повернуть почти на ноль, получится хлыст. И у буквы П в латинской, ну, вроде должен быть большой половол, а там маленький-маленький. То есть половальчик маленький, не в строчку, потому что строчка вот была. Вот. И очень интересная буква Д. Так, я букву С сотру просто, чтобы она мне не мешала. Значит, обратите внимание, похоже на строчную. Здесь начинает выноска вниз. И буква Д выглядит вот так. На строчку начинает быть похоже. То есть она совершенно другая, ну, в отличие от обычной латинской заглавной буквы. То есть этот почерк, так и называют, первоначальный минускул. Ну, помните, что минускул — это строчные буквы. Опять же, строчные.
То есть это вот начался где-то с 4 века процесс, который завершится в начале 9 века созданием так называемого каролингского минускула, то есть уже с полностью сложившейся системой строчных, ну мы говорим строчных, но это как атомная бомба, как компас и так далее, это специфическое ударение. Строчных букв. Ну, видите, когда вы будете писать, вы увидите, что это очень практичный, очень быстрый, очень легкий почерк. Ну, как бы все-таки первохристиане чаще всего не обязательно были патрициями, поэтому, тем более вульгарные, ну, это подразумевало, что люди не очень образованные. Вот им простой, ясный почерк. Но где-то в 5-6 веке это писали, видимо, еще тростниковым пером. Где-то в веке 5-6 люди перешли на гусиные перья. А гусиные перья, они представляют себе каллиграфические изыски, там тонкие линии, все, что хотите. И вот, все-таки тростниковое перо, оно такое, чуть более простое, как бы, в использовании. А гусиное, повторяю, позволяет очень многие всякие финты ушами. И, значит, почерк резко меняется. И угол постановки пера меняется. То есть тоненько, это что, тоже уголком писали, только я, например, перо вот так поворачиваю. Буква Б очень напоминает квадрату. Поэтому четко совершенно вот так вот поворачивается перо. Будет вот так. Будет вот так. И совершенно по-другому будет выглядеть буква С. Там совсем узенький вот такой клюв. А нижний уж совсем узенький. Вот. А если это будет буква Е, то она будет вот такая. Значит, это так называемый новый унциал. Значит, новый унциал просуществовал, собственно говоря, практически до королевских времен, в королевские времена его используют в качестве заглавных букв. Для шрифтов Карла Великого, так, куда я делал свои знаменитые шпоры. Так, а вот, все, мы здесь. Вы, кстати, можете потом подойти, посмотреть. Вот эта вот тенденция появления выносных элементов и превращения букв в строчные прогрессирует где-то в районе 6, 7, 8 веков, пока шрифт не превращается в так называемый полуунциал, который больше всего для нас, например, напоминает строчные буквы. Взгляните. Перо продолжает держать, в общем-то, иногда под нулем, иногда все-таки опять угол появляется какой-то. Значит, смотрите, значит, буква А, ну, она практически совсем строчная. Причем интересно, что она такая очень широкая. И здесь с зазором с таким. Значит, интересная вещь, вот здесь, значит, буква Б. Буква Е. Значит, это вот полуунциал, так называемый. Почему называют полуунциал? Потому что чаще всего в качестве заглавных букв могут использоваться такие же, просто вытянутые, немножко измененные по пропорциям, но по конструкции такие же. То есть, как бы буква может быть и прописной, и строчной, одна и та же, в общем-то. И поэтому, как бы, называть не именно полуунциал. Еще, а не строчные буквы как таковые. Значит, интересно, еще такая раскрытая буква G. Ой, начал бить тёпло. Это буква G. Значит, на основании полуунциала на островах Англии и Ирландии в 6-7 веках
был создан очень красивый почерк, ну, который мы, значит, шутя всегда называют Толкин. Вот, дело заключается в том, что Толкин вообще подошел к своим эльфийским, так называемым, шрифтам, как истинный ученый. У него за основу взяты англо-ирландский полунциал, который называют каролинским, островным маюску. Сейчас я его покажу. И руны. То есть у него как бы первоисточники настоящие, как бы научные, и поэтому шрифты выглядят как очень правдоподобные, как будто они существовали на самом деле. Значит, следующий, это, повторяю, это будет англо-ирландский полунциал, который на Западе его называют островной маюску. Дело заключается в том, что, сейчас я вам покажу стихотворение, кстати, я забыл перевернуть, значит, это старый унциал, вот это вот новый унциал, сейчас извините, пожалуйста, значит, это новый унциал, но он действительно намного сложнее, чем старый унциал. И, наконец, вот этот вот полунциал. Значит, это где-то вот полунциал, это приблизительно 6-7 век, начало 8. Вот, и, наконец, это вот Толкин. Значит, у Толкина... Значит, очень, очень приземистые, очень маленькие вносные элементы, совсем малюсенькие. Значит, буква А. У него очень специфическая буква А, которая может напоминать как бы две буквы С, поставленные одна хвост другой. Очень маленький угол пера. ЦЦ получается. Буква ЦЦ почти что. Значит, очень интересная буква. Значит, здесь ее нет, поскольку это кириллица. Значит, очень интересная буква Б латинская. Вот когда, значит, вы видите этот... Вот шрифты с такими тяжелыми угловатыми засечками очень часто сейчас значит, совершенно безграмотно используются для псевдокитайских надписей. На самом деле это шрифты кельтские, а совсем не китайские. Либо вот такого типа шрифты используют очень часто эти магазины для всяких кошачьих кормов. Почему? Почему-то. Почему непонятно. Ну просто обратите внимание на такую засечку, вот такие шрифты русифицированные в городе используются. Вот, и буква С. Значит, она будет почти такая. Вот. Значит, дальше. Значит, это у нас, значит, так называемый Толкин. После Толкина, значит, это где-то, это самые, может быть, красивые книги всех времен и народов. Когда вы будете проходить островное искусство 6, 7, 8 веков, вы обязательно будут называть книги Иван, значит, ну, одна из самых ранних книг ирландских называется «Катах», «Воин». Считалось, что эта книга помогает перед боем. Вот. Но самое интересное, что в Англии и Ирландии в течение 7 и 8 веков не было воинов. И поэтому, значит, там, ну, история англов в начале 8 века, Бедет, знаменитый историк Бедет Достопочтенный, пишет, как бы, ну, вот все это у нас хорошо, значит, у нас все, значит, представители аристократии думают не о том, как махать мечом, а для того, а думают о танзуре, о цутане, о описании книг, там все, у нас все здорово. Но как бы что ни вышло. Прошло несколько десятилетий на беззащитные совершенно монастыри. На побережье напали викинги. И все это, значит, огню и мечу предали. Все это дело. А воевать, в общем-то, было особенно некому. Потому что все... Ну, книжки зато кое-какие сохранились. Такие действительно обалденно красивые вещи.
Вот это, кстати, использован очень характерный элемент, вот эти точечки. Но это просто тоже говорит о том, что в Азии было очень много времени. То есть в книжках иногда в испанском Евангелии насчитали где-то 10-20 тысяч таких точечек. Просто вот, вот они вот использованы, ну, это сама Аня Переходько его использовала, это буквица как взята, ну, практически один к одному с оригинала. Вот, вот, вот так вот. И на целой странице вот такая вот этих точечек идет, такая полоса декоративная. Ну, растра у них не было, они вынуждены были точечками это делать кисточкой. Ну, что, для первого. Значит, дальше наступает эпоха Карла Великого. Значит, да, вот, кстати, маленькое замечание. Вот это вот так называемый островной маюскул, ну, он больше похож как бы на заглавные буквы. Хотя это полунициалы. А вот это его как бы пара, более упрощенный, менее презентативный почерк, более быстрый. Им обычно подписывали, в книгах, значит, этим писали по латыни основной текст, а между строчками, там строчки да, маленьким-маленьким почерком вот таким вот писали так называемые глоссы, перевод на древнеанглийский, ну, на англосаксон, на древнеанглийский. Перевод писали. То есть это уже как бы такой более, ну, более деловой, как бы, менее сакральный почерк. Это вот так называемый островной минускул. Рагнар, это был знаменитый викинг, кто читал про него, который прославился безумной совершенно жестокостью, но кончил свои дни очень плохо. С него содрали кожу и бросили в змеиный ров. Так что он кончил приблизительно так же, как и те, как. Кого он, значит, убивал на территории островов. Значит, следующий это Карл Великий. Значит, Карлу Великому страшно повезло. И вообще, конечно, он все-таки был действительно очень разносторонний человек сам. К концу жизни, сначала он был явно неграмотным, потом, наверное, все-таки он грамотно там учился, потому что его научным, по-нашему, художественным консультантом был совершенно замечательный человек, выходец из Англии, Алкуин Йоркский, ученый-монах из Англии. Может быть, это был самый образованный человек своего времени вообще. Вот, ну, в Европе, значит, в мире. Ну, не будем говорить про Китай, там и так далее, говорим про Европу, естественно. Он оставил нам трактаты по всем возможным дисциплинам своего времени. Все, что только возможно, вот, он обо всем. И в том числе он занялся как бы реформированием шрифта. Первый документ, эдикт о шрифтах «Адмуницио генералис» был издан явно с подачи Алкуина в конце 8 века Карлом Великим об упорядочении переписывания книг, о том, что книжки нужно переписывать ясным, четким почерком, по возможности не допускать ошибок, то есть переписывать со всяким вниманием и тщанием. Спасибо. Ну, это, к сожалению, переноски реквизиты есть важнейший элемент нашего обучения тоже, в конце концов, без техники, без реквизита мы же тоже не можем учиться. Так что все это наш добрый гений, который значит, нам помогает все-таки. Значит, во исполнение вот этого эдикта «Адмуницио генералис» под руководством Алкуина в Туре, в монастыре святого Мартина Турского, который числится апостолом Галлии, и который этот монастырь, его аббатом стал Алкуин, и он же возглавил, организовал огромный скрипторий, центральный скрипторий империи, был разработан так называемый каролингский минускул. То есть это вот уже полностью как бы готовый шрифт. Передай, пожалуйста, назад попросил, чуть-чуть смочить. Значит, каролингский минускул. Это уже полностью, повторяю, сложившийся строчный шрифт. Видите, как это получилось из зубцала? Значит, это в принципе в какой-то мере это просто доработанный, доведенный как бы до ума и эстетического совершенства полунциал. Вот единственное, помните, у полунциала была буква А как одноуровневая, вот такая, помните?
Ну, вот, такого типа глагола. Которая, естественно, не совсем отсюда, да? Значит, здесь она как бы одноуровневая, а здесь она двухуровневая. Раз, два. То есть то, что мы понимаем под словом срочное. Или срочное. Так, thank you very much. Так, что? Многовато воды-то. Ничего, мы это все махнем. Потому что иначе просто писать будет по доске невозможно. Нужно очень тщательно отжимать. Значит, и ABC. Мокрый, не очень хорошо, естественно, пишем. То есть, повторяю, это как бы доработанный, переработанный и доведенный до совершенства полуунциал, нос, естественно, не с курсивной одноуровневой буквы, а с двухуровней, типично строчной. Он существовал, конечно, вот более ранний, он такой более прямой, как вы изволите заметить. Значит, значит, у него своих, ну, сейчас мы привыкли к тому, что каждый алфавит имеет строчные и прописные. В составе одного комплекта знаков, комплект знаков называется фонд. То есть, ну, фонд называется комплект знаков металлический, который был, и современный электронный тоже называется фонд. То есть, он говорит, шрифт и фонд как бы одно и то же комплект знаков. Вот. А здесь, в этом комплекте знаков, были только строчные или строчные. В качестве заглавных букв употреблялось либо мустика, либо квадрата, а чаще всего унцал. Ну, в данном случае употребляется унцал. Вот. И чуть позже памятники нам показывают чуть-чуть такой наклонный каролинский минускул. Больше всего чуть такого курсивного толка. Вернее, это не курсив, а так называемый наклонный, если такое понятие облайк. Наклонный шрифт. То есть, когда вы просто как бы прямые буквы, просто наклоняете. А принципиально не изменяя их конструкции. Значит, вроде все было хорошо в этом почерке. Но вот нет предела совершенству, нет предела желанию людей что-нибудь такое придумать. В результате где-то в районе рубежа 11-12 веков каролинский минускул начинает сужаться и чуть-чуть надламливаться, то есть становится немножечко угловатым. Это так называемая ранняя готика. Значит, или же поздний каролинский минускул. Значит, вот вы видите, значит, это каролинский минускул. Я это стираю. Так, и значит, взгляните на раннюю готику. Интересно, что один из известнейших памятников дошел, очень легко запомнить, 1111 год. Вот. Причем трактат называется «Благодетель в труде». Очень такое название, аскетическое. Значит, буква А. Сейчас я все-таки все в конце тоже не могу помнить. Значит, буква А, собственно говоря, практически ничем особенно не отличается. Правда, она может быть немножечко вот такая вот. А вот буква Б несет наверху, там либо может быть ромбовидная тяжелая засечка, как у англо-ирландского Толкина, либо это чаще всего это так называемый ласточкин хвост. Значит, смотрите, как это выглядит. Вот это уже типично готическая вещь. Вот такие вещи будут страшно модные во времена готики. Вот это уже готика пошла. Вот, значит, буква D. Ну, буква C, собственно говоря, ничего особенного не отличается. Интересная буква D, это G. Ну, по-русски буква D.
Это уже готика. Значит, это вот ранняя готика, ранний готический почерк, который постепенно в Западной Европе переходит в так называемый книжный, и все больше приобретает черт почерка, который уже в конце 13-14 веке превратится в так называемую текстуру. В чем интересная вещь? Вот до этого, вы видели, все почерки преследуют целью все-таки, чтобы как бы их удобно было читать. Чтобы буквы были достаточно ясные, чтобы буквы отделялись друг от друга, и текст, в общем-то, был легок и удобен для чтения. А вот в зрелом средневековье там людям интересно чисто декоративный эффект страницы, который превращается в ткань. Почему больше называется текстура ткани? Значит, вот что мы имеем после этого Клерво. Это текстура по Альбрехту Дюреру. Он в 1525 году он издал большой трактат там, о пропорциях и так далее. И так далее. Там есть, значит, в частности, в нем большая как бы, книга в книге о пропорциях шрифтов. Значит, он разбирает антику в двух видах и разбирает текстуру, показывает. То есть именно как настоящий деятель Ренессанса, он ее строит. Вот. Но мы, естественно, ее все-таки не строили, а писали. Значит, вот у вас, пожалуйста. Сейчас я покажу, что из себя представляет так называемый текстурный эффект. Значит, перо, есть такое понятие готический угол пера. Готический угол пера, это значит перо под 45 градусов. Ну, вы помните, значит, у рустики там очень большой, где-то основной угол под 60 градусов. Ну, почему такие узкие получаются широкие засечки и узкие стволы? Ну, там повороты или не без поворота, все равно. У квадрата основной угол 0 практически. Значит, дальше, у унцала у раннего 30 градусов, у нового 0 градусов. У полуунцала там по-разному, где-то тоже градусов 20 приблизительно. У Толкина очень маленький, там буквально 10 градусов. У Каролинского минускула категорически 30 градусов угол. Почему он такой мягкий по пропорциям? То есть, ну, одни штрихи от других отличаются достаточно мягко, там один к двум приблизительно. Ну, как у ренессансной типы. Значит, здесь категорически перо под углом 45 градусов. И, значит, это будет выглядеть следующим образом. Значит, ну, самая основная как бы буква опорная, это даже не А, это Н. Ну, это Н. Значит, это так называемая текстура квадрата. Анастасия Анатольевна больше любит так называемую текстуру престисус. С плоской пяткой, но как бы чаще, ну, так вот, матерая, грубо говоря, текстура, это вот такая, где ромбики. Это засечки такие, грубо говоря. Значит, буква А, если уж так, в конце концов. И вот здесь уголком пера делается такая штука. Значит, это вот у нас. Дальше. В настоящей текстуре я пишу чуть-чуть пошире, Дюрер пишет еще уже. Но чаще всего, в английских и американских учебниках, они пишут, что вообще идеальный текстурный эффект это когда вот эти все толщины одинаковые. Что дырка, ну, пробел, что штрих и что межбуквенный пробел. А между двумя словами ставят два пробела. Ну, это такой вот идеальный текстурный эффект. Кстати, самое интересное, что наиболее красивые, такие отточенные книги, не немецкие, а английские и французские. У немцев вот, более поздняя готика, ну уже в 16 веке и так далее, вот там это всецело не прерогатива немцев. А текстура 14-15 века идеальная. Это ну, вот две борющиеся страны в Столетней войне, Франция. Значит, ну буква, если Б, то это будет вот так вот. Ну и т.д. и т.п. Значит, интересно, я не буду сейчас, чтобы
вам не пудрить совсем мозги, показывать еще заглавные буквы, в конце вы это все будете в будущем году изучать. При том, насколько относительно простые буквы текстуры строчной, и настолько совершенно изощренные, буквально сумасшедшие буквы текстуры прописной. Ну, это вот выглядит вот таким вот страшным совершенно образом. Да, ну, правильно, я уже вижу реакцию, значит, когда у людей на лоб вылезают глаза. Вот, и вот это все не так сложно, как это кажется. Вот, ну, как бы нужно немножечко помучиться. Интересно, что в Италии, Испании, ну и, естественно, в испанских Нидерландах не прижился вот такой вот тяжелый, настоящий, чисто угловатый, абсолютно без закруглений, ну это не считается. То есть буква О будет, ну вот видите, вот буква О, допустим. То есть такой тяжелый, угловатый шрифт без малейших закруглений. Сейчас я вам покажу, значит, это вот текстура по Дюреру, а вот эта текстура по книгам 15 века из учебника Франтишек музыки «Красное письмо», и оно же еще наши усложненное, просто там сейчас негощенное всякими выступами, дополнительными засечками и так далее. Более сложная текстура. А вот это вот готический шрифт Италии и Испании, ротунда так называемая. Ну, от слова круглый, так называемый круглый готический шрифт. Вот. Это как бы такой комбайн из каролинского позднего, каролинского минускула. Там многие буквы сохранили как бы конструкцию каролинского минускула. И специфического южноитальянского шрифта, который, как ни странно, в какой-то мере восходит к англо-ирландским. У него тоже были такие тяжелые ромбовидные засечки. Дело в том, что после всех этих разгромов викинговских, очень многие монахи бежали на континент, и так, в таком ужасе бежали, что остановились только в Испании и на юге Италии, грубо говоря. Так, и в Швейцарии, то есть так хорошо бежали. Ну, вы помните святого Гелла, например? Вот, значит, ну, святой Гелл, это было намного раньше, как бы протарил дорожку. А когда викинги напали, значит, тогда уже не до жиру бы и бы жило. Спастись бы. Значит, у ротунды самое ее характерное, это буква О. Значит, смотрите, как она выглядит. То есть вот так. Видите, ну здесь я съезжаю пером. Здесь тоже чуть-чуть съезжаю пером. Идеально будет вот так. Причем, интересно, в некоторых памятниках она совершенно симметричная, но чаще всего она вот такая вот, это более прямоугольная, а это более круглая. И вот в английских, американских пособиях там четко вот они вот дают вот именно вот так. То есть как бы по-разному. Интересно, значит, теперь, значит, буква А очень будет напоминать, если посмотрю, я тоже наизусть. Нет, ну это я, наверное, все-таки помню, все же разрешение. Значит, буква А ротунды. Буква Б. Пером приходите, значит, вертеть. Ну, как вы понимаете, это то же самое. Здесь оно, значит, как бы чуть-чуть такое вот расширение небольшое. Вот. И, значит, буква С. Опять же, вот четко вот такая. Сейчас посмотрите. Ну, не в смысле си. А G абсолютно точно такая же, как была в ранней готике. Я даже перерисовать не буду, если помните. Ну, можно нарисовать, ладно, ничего страшного нет. Повторение, мать учения, в конце концов. Почему я говорю, что это как бы комбайн каролинского минускула и так называемого беневенского или монтекассинского южноитальянского шрифта. Ну это как? Вот она, как в ранней готике сохранилась звуку, практически один к одному. Значит, это ротунда. Интересно. Видели, строчные буквы совершенно разные, текстуры и ротунда. Вот, грубо говоря, вот сравните. Вот вам текстура, и вот вам ротунда.
А заглавные буквы у них достаточно похожи. То есть там видно, что это готик. Вот. Ну, а вот Эдафе, вы помните, значит, это самое, конечно, очень такое пикантное по подробности инквизиции. Вот, значит, ведьмы есть, нет? А у ведьм буквы нет? А то, значит, все равно костер, там что-то происходит. Так, они же по-другому, значит, вот так вот, а у них, значит, наоборот. Да. То есть, ну, как бы, что мы закрываем сердце, а не открываем сердце. Как ни странно. Значит, это вот так называемый готический курсив. Дело в том, что ротунды и текстуры писали огромные, ну, писали шикарные, репрезентативные книги. Там это медленно, торжественно, шикарно, запишены деньги, вы понимаете. Вот. Но, интересно, в разных странах ротунда, она практически будет одинаковая. Чтобы в Испании, чтобы в Италии, ну, практически не отличить, чтобы в Нидерландах. Текстура английская и французская тоже практически одинаковая. Ну, в Германии одинаковая. А вот так называемые бастарды, ну, незаконно рожденные шрифты, то есть это как бы готические курсивы, ну, шрифты для деловой переписки, для менее репрезентативных книг уже в поздней готике, для дипломатических всяких актов. Вот это вот, например, он называется дипломатический курсив, это чешская бастарда конца 14 века, начала 15, то есть это времена Яна Гуса. Почему я естественно, упоминаю Яна Гуса, профессора Пражского университета, который, значит, в 1400, насколько я помню, 15 году был сожжен в Констанце. Предательский, совершенно нахальный предательский, но они получили за это гуситские войны. В конце концов, гуситские войны. Значит, это почему дипломатический курсив? Дело в том, что существовало, значит, в Средневековье такое, в чем-то государство, собственно говоря, формально предел его положил только Наполеон в начале 19 века. Это так называемая Священная Римская империя германской нации. На самом деле это совершенно лоскутное государство, в котором хоть там огромное количество княжеств было на стороне Германии. И туда же ходила Богемия, она же Чехия. Причем в 14 веке совершенно очевидно, самым сильным королевством этой империи была Чехия. И поэтому чешские короли автоматически становились императорами Священной Римской империи германской нации. Значит, то есть, короче говоря, это было, считайте, что Прага была столицей империи, со всеми возникающими последствиями, ну, как Москва, значит, короче говоря, это пересечение всяких народов, интересов и так далее, и очень быстрое экономическое и духовное развитие. И еще в начале 15 века в Чехии уже появились элементы протестантизма, а в Германии, во всех нормальных местах через 100 лет. То есть, там как бы не все было благополучно, почему там казнили и так далее, потому что там были явные элементы протестантизма. То есть не так все было просто, что вот абсолютно ни в чем не был виноват. Другое дело, что ему была обещана и прикосновенность, а его все схватили и казнили. Но это уже другое дело. Ну, на Западе они так любят. Короче говоря, дипломатический курсив, потому что это как бы смесь местной бастарды с текстурой, которая, значит, придавала курсивному почерку особой изысканности и шарма. Таким почерком очень часто переписывались дипломатические документы. Ну, при дворе, естественно, велась дипломатическая и оживленная переписка. Почему называют дипломатический курс? Значит, этот почерк пользуется шумным успехом у студентов, потому что, ну, там вот можно оттянуться, грубо говоря. Почерки, что там всякие хвосты, там все, что хотите, пожалуйста. Ну, вы же видите, значит, если вы потом посмотрите, у меня выложены, сейчас не будем на это тратить время, клаузуры, снимите отчетные задания, покажем шрифту небольшие. И там очень много разных вариантов вот этой самой чешской бастарды. Значит, посмотрите, как это выглядит. Очень часто вот такие хлысты делают с уголком пера. Повторяю, значит, металлическим пером не очень удобно делать, а вот птичья, она позволяет хорошо писать уголком. Ну, это же писали, естественно, обычным пером. Вот, у меня, значит, вот в книжке, которую я, собственно говоря, готовлю печать, там приведены примеры, но они, естественно, они у меня взяты из учебника «Правильно пишет о музыке». Там и почерк Яна Гуса, и почерк Яна Жишки. Ну, знаменитейший деятель гуситского движения. Значит, это у нас буква А.
Так, дальше. Значит, буква Б. Значит, буква С. Там есть некоторая ромбовидность. Я сознательно, когда вот даю студентам, я немножко ее как бы утрирую чуть-чуть. Но дело в том, что когда вот у вас есть почерк, и в нем четко виден какой-то вот определенный ход, определенный элемент, это просто облегчает письмо. То есть, ну, как бы вот начинаешь воспроизводить какой-то элемент, вот какую-то конструкцию. И как бы проще учиться, чем когда одна буква чуть-чуть туда, другая чуть-чуть сюда и так далее. То есть, ну, опыт показывает. И, значит, очень интересная буква F. Смотрите. Значит, сейчас я одну букву сотру, чтобы она не мешала. Она такая пузатая. Причем интересно, эта вот пузатая буква, она чуть не из Франции приехала. Значит, буква F. Сейчас, так сказать, у меня... Так, все ясно. Отлично. Ну, видите, я тоже, значит, когда чешская бастарда, я тоже в экстаз вошел. Значит, повторяю, это вот пузо, там бедные студенты все начинают мучиться. Это просто второе движение. То есть это вот так, дополнительно сюда. Интересно, значит, посмотрите. А вот это будет, это высокая форма буквы S. То есть S может быть не только, как вы привыкли, вот такая вот изогнутая. А это высокая форма буквы S, вот у нее только выступ влево, а вправо нету. Значит, это вот чешская бастарда. Причем интересно, уже вот у текстуры, если здесь русский, появляются над буквами I и J, это точка, характерная точка, сначала был штришок, тут точка. Значит, это чешская бастарда. Есть очень красивый почерк. Значит, бастарда вообще страшно красивая. Вот этими всякими своими изысками каллиграфическими. Ну, когда переписчики уже начинают просто изощряться в каллиграфическом искусстве. Очень красивая есть французская бастарда. Понятно, что, значит опять же, вот я вижу, у меня студенты глаза уже на лоб опять вылезают, значит, расширяются до невозможности. Вы же понимаете, что у меня в книжке 26 почерков. Конечно, 26 здесь не проходит. Ну, потому что это, ну, вы тогда наложите на себя руки. Значит, мы проходим, ну, у нас получается 5 древнерусских и где-то 8-10 западноевропейских. Ну, все равно, конечно, 15-16, ну, хоть не 26. Значит, у нас, так, на повестке, значит, у нас французская бастарда, ее еще называют батард или же бургундское письмо. Леттербург-Миньон. Дело в том, что этот почерк очень был распространен в 15 веке на территории бургундского герцогства. Ну, которое занимало как бы такое длиннющее государство между Германией и Францией. Такое получилось. Это Бургундия. Ну, самым знаменитым, у них были два знаменитых герцога. Это Филипп Добрый, так называемый. Значит, его доброта в молодости проявилось в том, что он продал англичанам Жанну д'Арк. Вот. Но потом, за территориальное приобретение, он переметнулся к французам. Это стал очень долго. Вот. А его сыном был самый знаменитый бургундский герцог Карл Смелый. Вот, значит, наверное, слышал, да, нет? Ну, короче говоря, вы будете проходить. Карл Смелый, знаменитый герцог Бургундии. Если кто-нибудь читал Вальтера Скотта «Квентин д'Арвар», вот там повествуется как раз о Карле Смелом. Значит, значит, речь идет о том, что, значит, здесь, вот смотрите, здесь маленькие усики получаются. Ну, то есть, как бы штрихи чуть-чуть не совпадают. Вот эти усики, это то, что в поздней готике будет называться почерк фрактура, фрактус надломленный. Вот, значит, буква Б напоминает нашу. Вот, и здесь такая же вот французская буква F, как вы только что видели. Значит, и очень странная может быть буква D. Сейчас я попытаюсь начертить ее, значит, как бы
особенно без пол-литра, иногда даже и не написать. Ну, вот такая вот замкнутая. То есть буква D вот такая вот интересная. Значит, повторяю, значит, «Lettre Bourguignon», значит, когда вы будете это писать, увидите вот тот вариант, который мы вам предлагаем. У Ансасина тоже тот, у нас источник все-таки один более или менее. Поэтому, значит, там часто перо нужно будет поворачивать все время. То есть, чем вот чешская поставка, там перо не вертится, ну только на хлысты делать уголком. А вот в французской там уже перо все время вертеть. Она очень сложная из-за этого. Почему? Потому что это почерк конца 15 века, когда уже появилось книгопечатание. И писцы, грубо говоря, просто выпендривались для того, чтобы, значит, ну, считалось престижным иметь рукописную книжку. Потому что все плебс пусть, значит, покупает полиграфические, как пятижовки. А вот я крутой, значит, у меня вот могу купить там хорошую машину. Вот, а тогда, значит, не хорошую машину, а хорошую рукописную книжку можно купить. То есть показать, что вот у меня статус. Я могу. А вы покупаете эти полиграфические. Значит, это вот, повторяю, это французская бастарда. Французская бастарда, я не знаю, ну, как бы вам даем просто там, ну, не знаю, как вам. Анастасия Анатольевна заставит вас 26 почерков делать или поменьше, но это уж, ну, это зависит от ее доброты. Как вы ее задобрите петровским гражданским шрифтом? Значит, имейте в виду, что с вас будут требовать идеально построенного петровского шрифта, если вы его плохо построите, вот она вам покажет во втором семестре, как вообще жить надо на этом свете. Значит, вот посмотрите, пожалуйста, вот это вот, вот французская бастарда в исполнении Ани Переходько. Вот. Ну, как бы уходит век готических экстраз, понятно, потому что это шрифт времен так называемой пламенеющей поздней готики. Вот еще один, вот это вот уже натуральная фрактура, это опять же чешская. Но это чешская, так называемая, шипастая бастарда, как ее называют. То есть эта фрактура, это уже начало 16 века. Она, в какой-то мере это напоминает французскую, только здесь фрактурный эффект четко совершенно. То есть здесь везде, ну видите, эти вот острия подчеркнуты везде. То есть не совпадение штрихов. Это специальный вот декоративный эффект. Дело заключается в том, что вот Чехия все-таки это как бы, ну, часть Германии считается тогда было. И в Германии готика так получилось, что, значит, особенно со времен реформации, немцы почувствовали, что вот они не католики, они не римляне, они немцы. Тем более, это же знаменитая крестьянская война 1525 года. И, значит, реформация, и немцы, вот, у них возникла идея, что должен быть специфический немецкий шрифт. Вот, которым нужно передавать немецкий язык. И это оказались поздняя готика. Швабский шрифт, его называют швабахер, так называемый. И так называемая фрактура. Эта фрактура дожила до середины 20 века, собственно говоря. В 19 веке две трети всех книг в Германии набирались не антиквой, как во всем мире, а фрактурой и швабахером. То есть, действительно, как бы считалось, что специфический немецкий шрифт. Значит, смотрите, как выглядит этот самый. Ну, чувствуете, вот я оставляю эти усы, вот это и будет. Они дают, собственно говоря, здесь тоже не совсем правильно чистить. Тоже так. Дальше. Значит, буква Б. Буква Б не надо кириллизовать, она абсолютно как наша буква Б. Смотрите. То есть, Б и Б, считайте. Значит, буква С, очень странная, буква С, вернее. Чуть поворачивать перо приходится. И дальше, значит, здесь острием. Здесь рисуются вот такие вот усики, подрисовываются сюда и сюда. То есть, вот такая вот штука. Значит, вот ABC, пожалуйста.
Вот. Ну и буква «Д» также замкнутая. Ну, тебе будет что-то немножечко напоминает французскую позднюю. Ну, это уголком пират называется. Значит, это вот буква «Д». Вот такая вот. Значит, это французская бастарда. Франческо Петрарка из Ареццо в середине 14 века, значит, занялся реформированием готического шрифта и переходом на антико. Дело в том, что он как бы числится первым гуманистом всех времен народов. Вот номер один. Он был по нашему как бы библиографом, филологом, литературоведом и блестящим каллиграфом. Мало того, что он изучал труды, доставшиеся от... Они думали, что античности, на самом деле, это чаще всего были переводы, это переписанные во времена Каролинского, так называемого, Возрождения, Карлем Великим, Каролинским Мноском. Вот. Но посчитали, что это настоящие античные памятники, сочинения римских авторов. Он их изучил огромное количество, когда были памятники плохие, он их самолично просто переписывал, ну, как бы восстанавливал. Вот. И ему, он был абсолютным противником готических шрифтов, и значит он первым употребил шрифт, который назывался «Готико Антико». Такая полуготика, полуантико. Вот. И его последователи этот почерк развивали, и в результате появился так называемый ренессансный минускул. Это, собственно говоря, доработанный, переработанный, оснащенный засечками каролинский минускул. Практически почти один к одному. То есть, как бы, каролинский минускул является в какой-то мере все-таки основанием нашего современного, ну, по крайней мере, Запада. Ну, а мы-то что, собственно говоря, со времен Петра Алексеевича, и мы тоже пользуемся антикой, в конце концов. Значит, это вот ренессансная антиква. Значит, взгляните, пожалуйста. Петрарки, значит. Это я опять хихикаю, что, значит, мне до седьмого. У меня помешательство писать венки сонетов уже много лет. Значит, вот там посмотрите объявление. Я понимаю, что, к сожалению, вы не сможете прийти, скорее всего, что в 2 часа, я думаю, через по вторнику у вас занятия, к сожалению. Ну, к сожалению. Вот. Ну, я потом, если книжечка у вас тогда выйдет, я вам все тебе принесу тут торговать эти свои стихи. Значит, короче говоря, ну, поскольку я вчера фамилия Петровский, значит, ну, вот, короче говоря, у меня в детстве, где-то лет до 8, снилась какая-то южная страна, которую я никогда в жизни не видел. Вот, похоже на Италию. Потом перестал спать. Ну, я решил, что на ну, а вдруг я беру воплощение Петрарки, черт тебя знает, бывает. Ну, потому что наглей, так наглей. Ну, короче говоря, значит, ну, в стихах-то можно писать все, что угодно, как вы понимаете. Значит, буква А. Буква Б. Только изменилась форма засечки. Ну, помните, там была такая лопатообразная, каролинская. Вот здесь она стала остроконечной. Буква С. С опять же. Вот, и буква G, естественно, будет современная. И вот это вот элемент, который называется ухо. Где тут у меня ухо? Значит, это у нас ренессансная антиква, или же гуманистический минускул, как его называют. Собственно говоря, это под ранней антиквой и так далее существует, как вы помните, венецианская антиква. Я не помню, вам говорил, не говорю, что у вас у всех на компьютере, на под XP есть Arno Pro. Говорил? Шрифт Arno Pro. Он просто поставляется вместе с XP. Если у кого не седьмой, а на седьмом что-то у нас вот внизу этого нету его. А под XP он есть просто. Посмотрите, там очень много начертаний. Очень шикарная совершенно венецианская антиква. Ее автор Роберт Слимбах. Тот же человек, который был соавтором знаменитого шрифта Мириад. Ну, у нас тоже на компьютере должен быть Мириад. Ну, Мириад и Гротеск. Очень много начертаний разных. И Arno Pro, автор тот же самый. Кстати, всегда говорят все полиграфисты, что
очень здорово, когда вы используете в одном полиграфическом произведении шрифты контрастные, но одного автора. Они прекрасно работают вместе. Ну, потому что есть что-то такое вот, ну, грубо говоря, раз один человек делал, шрифты чаще всего согласуются. Все равно. На подсознательном уровне. Значит, дальше. И, наконец, последнее, собственно говоря, это ренессансный курсив. Значит, если, как вы помните, значит, ренессансная антиква восходит к Петрарке, то есть это где-то начинает развиваться с середины XIV века, ну и в зрелой форме где-то середины XV века, то где-то приблизительно в районе 1440 года, обычно это приписывается гуманисту Николо Николи, изобретается так называемый ренессансный курсив. Значит, ренессансный курсив, я в своем посылке даю уже, сейчас вот я вам писал, это настоящий, как бы антиква 15 века. Я обычно даю курсив просто совершенно современный, которым я просто переписываю там свои стихи там и там. Значит, это все очень просто. Значит, если вот такое вот начало, то это так называемое канчеляреско, вообще шрифт называется канчеляреско. То есть это канцелярский курсив начала 16 века. Значит, это самое, очень часто его использовали и в переписании стихов, в том числе. Значит, если начало вот такое вот в эту сторону идет, то это так называемое, вообще чаще всего даже вот я пишу вот такой вот как бы закругленный. Вот, а чаще всего его пишут незакругленный, он может быть такой же, как я вам только что писал в антикве, как бы со стрием. Вот, но как бы удобнее писать вот такой вот, чуть-чуть закругленный все-таки, этот самый кончик. Вот, и может быть, вот этот конец, не вот так вот начало, а наоборот вот сюда. Вот сюда, вот так. Вот это будет так называемый канцелярский роман. Вот. Иногда в одном тексте мешали обе формы. То есть вот со стрием и такой вот. Это называется канцелярский, как вы видите, бастард. То есть, ну, смесь одного стиха. Вот. И, наконец, последний почерк, который мы с вами все-таки, наверное, вас мучить не будем, потому что это, так называемый, значит, вот он у меня здесь посвящен конец моей книжки вот этому самому. Это настоящий, как бы говорю, античный капиталис монументалис. Вот. Но он очень сложный, поэтому значит, я думаю, что вы будете писать с Анастасией Анатольевной точно, причем вы с ним будете начинать только не с такого варианта, а с упрощенного, так называемого, ленточного антикова. Ну, его достаточно просто пишется. Вот. Потому что это на самом деле, я просто просидел в прошлом году все зимние каникулы, значит, середина декабря и до конца зимних каникул, чтобы мне прописать этот самый несчастный. Ну, правда, конечно, у меня прописано и кириллица, и латиница. Вот. Но как бы эта вещь очень сложная, поэтому как бы, чтобы вы это самое не пришли на втором семестре писать шрифты с диким ужасом, я уж, значит, вам буду говоря сейчас, наверное, издеваться над вами не буду. Вот. Ну и повторяю, значит, в общем-то. Главное в качестве резюме, то есть основное значение, значит, всех этих почерков в том, что ведь на всех этих почерках существуют шрифты похожие и на бастарду, уже полиграфические, и на ротунду, и особенно, естественно, на антику. И поэтому, значит, вся вот эта история письма, она как бы плавно, незаметно и абсолютно вливается в историю более позднюю шрифтов полиграфических. Первые, кстати, полиграфические шрифты, вот здесь у меня приведу, это были шрифты Иоганна Гутенберга. Они были готические. Вот это вот здесь приведена страница, так называемый, ну, кусок набора, правда, он уменьшен здесь, конечно. Так называемый 42-строчник Библии Гутенберга, у него были готические шрифты. Его прямые последователи, Фуст и Шофер, тоже употребляли еще готику, а вот их уже ученики Свейнхайм и Паннартс впервые в 60-х годах 15 века нарезали уже антикву, а в 1470 году
Николаус Йенсен, выходец из Франции, вообще, хотя Николай Жансон, правда, ну, на латинский манер Николаус Йенсен, нарезал уже абсолютно конкурентоспособный шрифт ренессансную антику, который называется что-то антику Йенсена, ее до сих пор как бы, ну, ее иногда копируют какие-то шрифты, на ее основе делают. Это как бы уже абсолютно вот изысканная форма раннего венецианского шрифта. Вот. Ну, собственно говоря, если вы, значит, выдержали мою лекцию, то, наверное, как бы спасибо за внимание. Вот. Ну и самое главное, значит, что вы в будущем семестре начнете все это писать и поймете, в принципе, это все-таки чертить абсолютно необходимо, потому что, ну, наш многолетний опыт показывает, что вот люди, которые чертили вот эти все, то есть что-то такое поняли уже, пропорции и так далее, на основе ренессансной антиквы, новой антиквы, гротеска и пруска, с ними гораздо проще писать, потому что у вас уже в подсознании есть вот уже понятие строки, ритмы там и так далее. А когда мы пробовали начинать с неподготовленными, это идет гораздо с большим скрипом. То есть, значит, черчение нудно немножечко, но необходимо. Так что спасибо за внимание.